В преддверии Дня знаний автопарк школьных автобусов Верхневолжья пополнился 30 новыми машинами. Утром их выстроили в линейку на площади Михаила Тверского. Во время торжественного вручения ключей присутствовала и наш корреспондент Наталья Чегет. Новый транспорт заменит устаревший, который уже не соответствовал требованиям безопасности. Теперь дети смогут комфортно добираться до школ. Кроме того, у них появится возможность принимать участие в спортивных соревнованиях, научных олимпиадах и других событиях региона. Вручая ключи от новых автобусов, губернатор Тверской области пожелал ученикам, чтобы дорога в образовательное учреждение всегда была интересной и безопасной. Мы продолжаем нашу традицию вручения школьных автобусов. Особенно это важно для ребятишек, которые учатся в сельских школах, проживают в сельской местности. И мы после такого длительного перерыва сможем все вместе отправить нашу молодежь в школу и достойно начать новый учебный год. Школьные автобусы «ГАЗ-НЕКС» на 24 места оснащены громкоговорителем, кнопкой «Сигнал водителю», дополнительной подножкой и, конечно, ремнями безопасности. В машине имеется система «ГЛОНАСС», позволяющая следить за передвижением транспортного средства онлайн, а также цифровые тахографы. Они ведут учет времени в пути и отдыха водителя. Один из 30 автобусов отправится в Пеновский район, деревню Мошеры. Машина будет перевозить 12 детей по 40-километровому маршруту. Водитель Алексей Шкурдалов только сегодня увидел новое транспортное средство, но уже оценил некоторые характеристики. Ну, пока я еще с ней мало знаком, так как я только сегодня с ней познакомился, ну, уже нравится. Все сделано для детей, удобно, безопасность и для водителей тоже удобно. Едешь комфортно. Всего в новом учебном году на занятия в Тверской области школьным транспортом будут доставляться более 10 тысяч учеников по 622 маршрутам. Сейчас региональный автопарк состоит из 424 машин.